Всем здорова, друзья, с вами спикер и Гордон. Мы вернулись и продолжаем проходить уровень сложно максимально, все по-честному и хардкор. Итак, друзья, трудное применяем и открываем какую-то, видимо, дверь. Ну, ребята, давайте вперед, мои псы вперед в атаку, уже пошли в атаку. Минус один, я помогу обязательно. Прям в мордашку, вот так. Просто реально щит какой-то был, ребята погибли, там еще есть ребята. Есть заварушка, сейчас будет потеха, держи. Как подлетел-то, обалдеть. Эта пушка реально круто бьет. Хорошо, соберем патрончики и пойдем дальше. Где тут пройтись? Соберем патрончики, они пригодятся в дальнейшей битве, конечно же. А теперь давайте за мной. Так, уже полные магазины. Дальше будет самая заварушка, я чувствую. Так, есть камера, можно посмотреть это дело. Посмотрим, где кто находится. Ох ты, да, тут заварушка будет реально серьезная. Хорошо, у нас есть припасики, есть нычки, соберем, жизни пополним и вперед. Ребята, давайте вперед. Мои боевые псы готовы уже. Так, какой уровень интересно выбрать? О, там сразу трое. Ну-ка, давайте зачищать. Так, пошли с его фланга, я пойду по центру. У нас есть Валера, и сейчас с помощью Валеры мы будем очищать. Вот таким макаром. Готов, он хотел кинуть гренку. Всего лишь одна жертва среди наших. Ребята, давайте за мной. Секундочку. А у нас тут мина. А он с помощью мины может, конечно... Жесть. Довольно опасно было. Обошли с фланга и убрали пулеметы. Нормально работает спецназ. Как-то тихо. Даже очень тихо. О, я, кажется, вижу пулемет. Да, я вижу пулемет. Хорошо, мы выходим в атаку, ребята. Пошли в атаку. Я пошел в укрытие. Если что, прикройте с левого фланга. Там пошел вверх по монстру. Так, он готов его сверкать. Но, по идее, должен быть арбалет. Его у меня нету. Черт возьми, пошла гренка. О, там жарко точно. Прям за кого он встал. Ну, в принципе, можно выкрыть его. С помощью ракеты, конечно. Оп. Это было больно, чувак. Меня слишком прессует пулемет. Так, пошла ракета, раз, двоих. Нет, походу одного зацепил. Хорошо, выходим, наверное, берем автомат и пошли вперед. Генок у меня еще нету. Какой-то проход. Ну-ка, обойдем с этой стороны. Наверное, обойдем с фланга. Ух ты, жесть. Ну-ка, интересно. Тут я, походу, не был даже. Нычки там у нас, по идее, перестрелка, а я собираю нычки. Это нормально. О, какой звук, я аж испугался. Пошли отсюда подальше, обойдем на расфланга и уже прессуем здесь. Как же испугался, как он зарычал-то. Так, ребята, сейчас помогу. Это дело вот мы уберем, здесь еще сверху. Ребята, это будет больно. Это адский будет больно, видел гренку снизу. Черт, тут реально жарко. 30 патронов есть, идем в атаку. О, как с двух сторон обошли. Просто реально круто. Потратили, конечно, бронь, жизни, но, в принципе, там есть жизни, можно, кстати, и пополнить. Но это дело, конечно, нужно будет взорвать. Так, у нас, по идее, есть гренка! Гренка пошла. Сейчас просто развратит его. Ух ты, жесть. Кстати, спрыгать не будет, он еще живой! Уходим. Ребята, пошли в атаку. Так, нижнючку. Ох, вылетел. Гаси его. Он же реально вручную. Мурашки по телу мы бегут. Так, соберем нычки. Соберем нычки, ребята, дайте пройти. Ах, пошли в атаку прямо у него. Давай, гаси его. Они не хотят, что ли? Ну, секундочку, у нас есть ракета, у нас нет ракет. Хорошо, у нас есть гренка, сейчас забросим третью гренку, надеюсь, это поможет. Там, по идее, есть, вот. Там есть жизни, дай пройти. Так, вроде чисто. Так, где-то тут жизни были, а вот жизни. 15%, нам, думаю, достаточно. Может, что-то есть еще интересно. Нет, тут только кровь и все, и пустота. Хорошо, пойдем дальше. Заварушка была большая. Мы справились, ребята. Давайте за мной. Кстати, можно просто на X переключаться. Рядом находятся эти кнопки, и удобно. Ребята, пошли в атаку. О, как раз удобно нужно. Смерть. Нормально. Там бочка, ребята, осторожно. Может, двери не закрыть просто? Жесть. Пошли смертники уже. Так, есть одна гренка, можно, в принципе, зачищать. А хотят некого. Там есть еще. Ну-ка, вперед. О-о-о-о! Я не заметил. Так, справа стороны, походу, там решетка есть. Это кресло стоматолога, видимо. Нормально. Хорошо, обойдем на расфланга. Жесть, тут прессуют меня слишком. Тут слишком много датчиков. Мин. Спокойно. 50 кп. Это вам не шутки, друзья. Так, дверь закройся. Дверь закройся, можно, конечно, открываем двери, ребята, и пошли в атаку.
Рисует с двух сторон уже. Нужно закинуть греночком. Смертники пошли. Сейчас будет жертва. Он остался живой. Ну, практически живой стал. 60 кп. Это мне шутки, друзья. Тут реально жарко, там пулемет вижу. Вижу пулемет, ребята пошли в атаку прямо на пулемет. Там, походу, кухня какая-то. Ребята, в атаку отвлекайте, а я обойду с фланга, наверное, и буду зачищать. Так, вижу один пулемет, нужно сделать, конечно, убрать. Минус один пулемет, и остался еще один. У нас, в принципе, есть гренка. Жесть, что происходит? Ну-ка, пригнуться. Там реально полное мясо. Так, хорошо, закидываем гренку и отходим. Так, все, одна готова. Идет с правой стороны было. Закинем тоже туда же. Надеюсь, закинул я удачно. Все, ништяк, мы двигаемся дальше. Тут реально жарко. Не разобраться, где тут линия фронта. О, спокойно. Ребята пошли в атаку. Спертники пошли. Ну иди уже, своей толстой задницей. Я не слышу выстрела, то есть взрыва. Они еще не... Они только дошли до туда. Ребят, пошли в атаку, я, наверное, пойду другого фланга. Хотя это, наверное, невозможно, потому что здесь у нас огонь. Куда побежал? Хорошо, Валера, сейчас разберемся. Там, по идее, есть пулемет. Минус один. Хороший выстрел. Да, там есть пулемет. О, гренка, походу. Как он сюда дошел, интересно. Ребята, давайте вперед уже. Тут реально нужно пойти как-то штык. А можно, по идее, и ракетница. У меня, кажется, нет ракеты. Ой, жесть. Ну, придется, наверное, пробежаться. Друг мой, ты застрял, что ли? Дай пробегусь я. Так, я пробежался. Ух ты, нычка. Есть нычка, надеюсь, там будет и аптечка. Есть аптечка, это чудненько. Чудненько, чудненько. Я не успел взять. Я другую кнопку нажал. Оп, одна готова. Можем, по идее, гренка кинуть, и все. И вторую тоже. Куда-то по... Вот того. Сколько наших полегло здесь. Так, секундочку, это пулеметом, видимо, с той стороны. Так, минус один пулемет и минус второй сразу. Там у нас ничего интересного я не вижу. Хорошо, погнали дальше, ребята, за мной. Где вы находитесь? Выползли из всех нор. Так, ну что, нужно, конечно, зачищать и дальше. О-о-о, я вижу, прям прессует. Пошли в атаку уже. А я с этой стороны посмотрю. Так, есть бочки, большое пространство. Возможно, там будет большой босс. А возможно, просто перестрелка. Так, он сразу сдох, что ли? Ну, пошел следующий. Сказал заведующий. Так, ну хорошо, я не трус, я пошел вместе с ними погибать. Ох, тут сколько их было там. Ох, есть бронь. Есть бронь, пополним. Там какая-то перестрелка начинается. Сейчас, ребята, секундочку, я пополню бронь и вернусь к вам. Ох, практически 100%. Круто. Ох, есть жизнь. Есть жизнь, значит, точно будет перестрелка. Выключим фонарик, нам нужно экономить. Да, готово, секундочку. Мечки тоже соберем, нам нужны патроны. Это на автомат. На автоматы, как всегда, у нас много. И нам, друзья, походу, нужно двигаться дальше. Ну, пойдем. Там есть аптечки. Там есть нычки. Так, дайте я пройду. Давайте, ребята, за мной. Так, спокойно, дай пройду. Нам, походу, двигаться не сюда. Секундочку, ребята, как-то я заблудился, что ли? Сейчас разберемся. Это, наверное, нам не туда. Это уж точно. Ох, вот отверстие. Я его проглядел. Так, хорошо, вернемся. Вернемся и сейчас будем ожидать. Ох, держи генку. Секундочку, нужна... А, интересно, с кем воюем? Со всеми сразу, что ли? Это как не очень-то и весело будет. Со всеми сразу. Хотя, бочки можно просто их взорвать. Оп, чувак, прости. Чувак, прости. А, походу, мои феромоны мне не помогут здесь. Этот будет жалко, конечно. Ну что, маленько пробежимся. У нас, по идее, есть бочки. Эти бочки, конечно, нам очень помогут. Ах, даже не знаю, какого оружия... Использовать. У нас, по идее, есть ракета.
У нас нет ракеты, у нас нет феромонов, главное. Это, конечно, фигово. Можно, в принципе, выбежать, наверное, сюда уже. А тут у нас пусто. У нас здесь тупик. Друзья, мы попали в полную задницу. Хорошо, будем разбираться с ним уже. Гренки не было. Не было, хорошо, соскать будем все патроны, которые у нас есть. Это просто какой-то тор. Прям сральник тебе. О, спокойно, не злись. Обалдеть, как я обожаю боссов. С ними реально интересно. Они бывают такие тупые, а бывают, конечно, и очень бронебойные. О, даже кого он снес? Это, конечно, круто, но нам нужно что-то поэффективнее. Вот так, вот дробовичок. Ну что, ощутил свинца на своей шкуре? Так, уходим, уходим. Энергию пополняем. И резкий прыжок. И сразу... О, прям сральник оно. Это да, это больно. Я чувствую потеха только начинается. Так, так, спокойно. Энергии, энергии. Уходим. Уходим, мой друг. Жесть, жесть, жесть. Это реально больно. Сделаем перезарядку. Энергию пополним. О, прям за мной. Ему реально бодается больно. Нужно опять, чтобы ударился в стену, и тогда будет реально найс. Так, ну-ка иди сюда. Иди сюда, мой Тора. Оп. И сразу в харе. Когда же он сдохнет, интересно. У меня уже трясут слишком активно. Так, зажали пресса в угол и добили его. Это реально было круто. Ну что, ребята, все убиты. Соберем патроны, которые есть здесь. А у нас, по идее, была вон там нычка. Нужно ее, конечно, собрать, это дело. Так, секундочку. Нам просто надо раскидать все дело. Сейчас раскидаем и туда проникнем. Даже можно и сюда пройти. Ну-ка, пройдем, посмотрим, что у нас здесь. Она, походу, туда дальше идти нужно будет. Потому что там у нас, по идее, тупик. Так, ну что, соберем нычки и пойдем дальше. А вот сколько патронов, главное, есть таблеточки. Было жарко, было потно, но мы справились. Спокойно. А вот только с этим нам вазы здесь не хватало. Так, смотрим нычки. Пробежимся. Как давно я проходил хаву, даже и не помню, куда дальше идти. Нам, походу, наверх, мой друг. Только поставить для этого нужно будет, наверное, жесть. Что происходит? Нам, походу, подняться наверх будет. Бочки, что ли, ставить? Я не понимаю. Ну-ка, пробежимся дальше. Нет, здесь, походу, тупик, и нас просто реально зажимается это дело. Бочка есть. Есть ящик, и нам не на ящику, точно, наверх. Спокойно. Маленько шпались, ничего страшного. Обалдеть, как давно это было? Я ее проходил раз 15, и я уже реально забыл, куда идти дальше. Спустились вниз, и дальше уже некуда. Ох, у нас, друзья, новая глава, походу, началась. Так, ну что, я вам покажу, что настройки у нас трудные, так что все по-честному и хардкор. Ну что, спускаемся дальше? Походу грохнулся какой-то трупяк. Или просто показалось. Стоять! Гордон, тебе это удалось? Черт, конечно, детка, мне это удалось, видеть. Но это, конечно, было нелегко. Я рада, что ты добрался живым. Отец где-то там, в этом здании. Его будет не так-то просто вытащить. Но мы это сделаем. Обязательно. Так, что у нас есть по патронам? У нас есть уже арбалет. Это хорошо. 5 стрел. Тоже хорошо. А вот есть ракетница. Ракетница, и у нас гренок нету. Это, конечно, фигово. Ну что, друзья, мы на этой серии закончим и продолжим в следующей серии. Ну а с вами был Спикер и Гордон. Мы вернемся очень скоро. Всем спасибо, кто смотрел, и до новых встреч. Всем пока.